Что ж, меньше 5 минут остается до финального свистка. Напомню, счет 3-0. Зика на 11-й, Сержинин на 66-й и Жуниор на 75-й. Забивали вот удар поворотом. И гол. И дополню я тогда. И Диус на 89-й. Вот так вот. Наконец-то у Диуса получилось, а? Сколько он попыток уже совершил сегодня. Но удар-то блистательный какой. В самую девяточку. Небольшая конфетка после пригоршни пилюль для аргентинцев.